Я успела познакомиться с девочкой, с одной. Мы вместе ехали, нас вместе встретили. Ее так зовут, девочка? А ее зовут, конечно же, не просто девочка. Но ее как-то очень интересно зовут. Я зато узнала, что она из Орла. Почему вы все здесь стоите? Мы ждем. Чего? Я к стоматологу. А вы откуда? Из Орла. Из Орла? Да. Это с вами, наверное, девушка из Архангельска сегодня познакомилась? Да. А как ее зовут? Саша. А она не знает, как тебя зовут, представляешь? Ой, снимаете, что ли? Они клевые, яркие, энергичные, передают мне энергию. Но хватает ненадолго, а тогда... Как, прости? Я не устала, все хорошо. Купаться будете? Да, будем. Так, а эту сумочку можно не уносить. Это зайцы. Вода холодная. А мы рискованные люди. Мы из Саратова, понимаете? Нам уже ничего не страшно. Как, да, все, заходим. Здравствуйте. Мы вот все помощники ваши, мы очень интересны, потому что каждая из них личности с разных регионов России. Все творческие, интеллектуально развитые. С такими людьми очень интересно работать. Слушай, а правда, что много людей уже больных в оргкомитете? Ну, немного, но пару человек, по-моему, есть. Ну что же, друзья, первый день конкурса. Сейчас будет торжественное открытие, потом все посмотрим, уже времени нет. Такая высокая, какой у тебя рост? 1.70 м. Не слушайте. Кто самая-самая красивая и умная? Конечно же, я. Я вам желаю, чтобы вы были последними, кто поверил в это. Ну а кто везет главную корону? Конечно же, я. На две ступенечки мне пришлось подняться, чтобы пообщаться со следующей участницей, потому что очень красивая, высокая, но в принципе какая должна быть настоящая мисс. На вопрос, а корона не жмет, что будешь отвечать? Говорю, вот она не жмет и поправлю. Но также сегодня день рождения у одной из участниц. Участница из Липецка, Анюты, сегодня день рождения. Анют, мы тебя поздравляем. Как ты думаешь, самый лучший подарок, наверное, это будет корона, да? Безусловно, корона самый лучший подарок. Такой подарок ты получишь? Очень бы хотелось, конечно. И всегда девчонкам вручают короны. А вам не обидно? Вот это ты сейчас о наболевшем, конечно. И корону хочется очень несправедливо. Я был бы рад, если бы мне дали тортик. Вот если бы я что-то выиграл, и мне тортик дали. Тортик. Уважаемые организаторы, запомните этого человека, дайте ему тортик. Вот если бы был конкурс купальников, ты бы участвовал? Очень спорный вопрос, честно. Наверное, да. Как настроение? Синее. Не, ну просто цвет... Ладно, давай еще расскажу. Ребят, как настроение? Блин, настроение просто отлично. Если бы я вот спросила, а какого цвета твое настроение? Ну вот здесь надо подумать. Синее. Жюри больше смотрят на красоту или на ум? Мне кажется, все-таки на ум. Самая главная соперница кто? Девчонки, которые живут со мной в комнате, потому что они больше всего знают. Я пытаюсь снимать кино, режиссировать и точно так же и актерствовать, поэтому будет какая-нибудь очень интересная сценка. Можно сейчас оператора отпустить, чтобы он искупался в море? Конечно. И я тебя тогда возьму, да? В легкую. Ксю! А что дальше по программе? Возложим цветы к памятнику, прогуляемся по Севастополю. Девчонки, вот сейчас возложили цветы. А когда вообще последний раз возлагали цветы? В прошлом году на Вечный огонь. Ну не комсомолу, конечно, но Вечному огню. Место, где чиста я бегусь. Как дела? Севастополь. Привет, я люблю тебя. Крым.
Севастополь. Что узнали? Да, вы кримчане. Что они узнали? Я много чего узнал о Севастополе. Я хоть и кримчанин, но я нахожусь в другом конце Крыма, Керчь, там, где Керченский мост. И сейчас вот слушая это, я для себя много чего нового узнаю. Да, провожу свою собственную экскурсию участникам. Для всех, по-моему, уже провела, уже рассказала много фактов, которые не говорят в экскурсии. Вам, ребята ваши пошли. Я думаю, вам нужно будет это давать. Удачи. Пожалуйста.